Друзья, добрый вечер! Рады приветствовать всех, кто к нам сегодня пришел. Сегодня наш турнир посвящен двум праздникам, которые будут происходить на следующей неделе. Это сначала это День военно-морского флота. И второй это день, 2 августа, День ВДВ. Сегодня у нас армейский турнир. И тут погода нам сегодня хотела преподнести сюрприз. Но наша воля была несгибаема, мы бы в любом случае провели бы этот турнир. Так как два таких праздника. Итак, друзья, за ВМФ, за ВДВ! У нас сегодня участвуют наши иностранные гости, бойцы из Франции, поэтому турнир у нас сегодня международный. А слово мы передаем нашему ведущему Владимир Нац! Ну что ж, дорогие друзья, дайте шума! Наш ведущий Владимир Нац! Сегодня у нас стрелка приурочена к целым двум праздникам. Завтра состоится День военно-морского флота. Дайте шума! И 2 августа, День ВДВ, который тоже имеет отношение к нашей стрелке. Дайте шум живи! Также очень важная информация, что сегодня у нас будут бои международного масштаба, я бы даже так сказал, потому что сегодня у нас присутствуют в гостях бойцы из Франции! Еще громче, громче, громче! Представляем вам бойцов первого боя! Рост 179 сантиметров, вес 73 килограмма. Евгений Кудрявцев! Аплодисменты! И в другом углу, рост 178 сантиметров, вес 70 килограммов. Евгений Косенко! Дайте шума, громче, громче, встречаем наших бойцов! Давай микрофончик дадим Жану. Жан! Жан! Камень! Это Жан Уэль, 24 года назад на стрелке, вы его помните, 50 лет. Учитель летчик ВВС Франции. Сегодня он привез своих друзей, вот эти богатырей. Вот они, 4 крепких молодых пары, 2 лучших футбольных фаната из Франции, 2. Один участник легиона французского, а другой ветеран полиции. Поаплодируйте им тоже. Они сегодня будут участвовать. Пару слов от Жана, я помогу с переводом. Есть французского переводчика здесь, нет? Нет. Нету никого? Нет. Жан, come in. Hello to all the people. We are very happy to be there. Всем привет, очень рад сегодня быть здесь. I came to fight in Strelka 4 years ago. Он дрался на стрелке 4 года назад. It was at the red flag. No, the red... The old place. Он имеет в виду завод, red flag. Красного знамени завод, где мы дрались первый раз вообще. And I come today with the team. And we are very happy, and we'll do our best. Сегодня они прибыли с командой, они очень счастливы, даже через год они будут делать во Франции такую же стрелку, куда могут поехать русские ребята выступить. Можете поаплодировать им тоже, это хорошая штука. Thank you. Долго твой Кудрявцев бинтуется, уже неделя прошла, а он все бинтуется. Давай, толкни вещи, у нас первый раз, иди сюда. Мотать веревки и стекло. Расскажи по своему Первый раз сегодня я попал сюда, зашел, ну, видел, как все, наверное, на ютубе большинство. Первый ролик, первый бой. Пришел по ссылке, заполнил анкету, буквально в этот же день вечером со мной связались, что я здесь. Как эмоции? Смотри. Готовились? Не знаю, Вася. Понял. Ясно. Какой будешь день отмечать? Военно-морского флота или День ВДВ? У меня отец моряк, так что, наверное, военно-морского флота, да. Ближе лишь в один день, да. А потом и во второй. Не знаю. Я понял. Но будем надеяться, сегодня у тебя будет хорошее настроение после поединка. Так, вот как он идет. Ты, да, вот сейчас? Да. Расслабься, Сань, как полный. Покажите мне эмоции, громче, громче, это стрелка! Парень Сергеев! Есть это Олег, кто у нас? Олег! Правила помним, я как играл, великие наши. Друг друга относимся с уважением и внимательно слушаем мои команды. Руки пожали! По углам! Готов! Готов! Мы поехали!
Поехали! Так. Работай, работай, дальше работай. Давайте поддержим участников. Молодцы, молодцы, молодцы! Давайте еще шума, зрители! Давайте вам прокалываем! Отжимай! Стоп! Стойка! Внимательно! Готовы? Хой! Руки выше поднимай! Руки выше! Давай, пожалуйста. Активни! Растягиваем. Стоп! Стойка! Проводька! Слушай, дай твой флаг в одном стол. Как раз хотели. Хороший фраг. А то эти флаги по 900 рублей. Браконьеры, граждан. Давайте шума, друзья, дайте шума, поддержим спасибо! Сегодня у нас будет супербой. Николай в роли добродушного отца матери. Сегодня будет драться Асис против Бобы. Титана. Вечер. Ну, точнее, последний бой. Вечер. Доберемся до вечера. Сейчас, да? Перчатки от Люцкая вытри. Нормально. Готовы? Бой! Руки выше подними! Внимательно затылок! Активная защита! Вставай! Стоп! И мы передаем слова нашим бойцам. Давайте, парни, толстите речь. Скажу, что я теперь после поединка. Как что изменилось в настроении, в состоянии души? Нет, все отлично. Надо тренироваться и дальше работать. Так будет приходить на стрелку. Понял. Отлично. Мы знаем, как мы теперь победители. Так долго плюковался, мы думали, уже солнце сядет и зайдет. Да, переживал, волновался. На самом деле, спасибо большое организаторам, что одобрили мою анкету. Сидел дома, ничего не делал. Думаю, дай-ка промотивируюсь участием на стрелке, заняться спортом, думаю. Хотел проявить себя здесь. В итоге хоть что-то получилось. И сейчас буду дальше работать, свой стараться. Всем спасибо.